Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Мы все как один. И даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего Отечества. И второй момент, когда быть в войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение, и такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации. Основа тому – наша союзная договоренность. Хочу ответить коллективному Западу. У них это вопрос очень важный. Будут ли войска на территории Беларуси? Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю.